Кто заменит тренера хоккейного «Нефтехимика» и зачем «Нижнекамка» продает мухоморы? Об этом и не только прямо сейчас в студии Алсу Арсланова. Здравствуйте. Тренерский штаб хоккейного «Нефтехимика» во главе с Евгением Попихиным отправлен в отставку. Такое решение приняло руководство клуба после вчерашнего поражения от «Барыса». Напомню, Евгений Попихин встал у руля тренерского штаба в середине прошлого сезона, когда предыдущий тренер Владимир Крикунов также был отправлен в отставку. В текущем сезоне под его руководством команда провела 16 матчей, 8 из которых одержала победу. Имя нового главного тренера штаба станет известно в ближайшее время. В связи с проведением ремонтных работ на участке теплосети по проспекту Мира сегодня до 17 часов не будет горячей воды и отопления в некоторых жилых домах и детских садах. Полный список вы видите сейчас на экране. Также в связи с ремонтом теплотрассы до 7 октября в городе будет закрыта дорога на проспекте Мира и улице Чулман. На Чулман можно будет проехать только со стороны Сюембике. Автовладельцев просят заблаговременно планировать маршрут движения и следовать требованиям временных дорожных знаков. Возле остановки «Городской парк» продают мухоморы 50 рублей за 6 штук. Женщина уверяет, что если эти грибы правильно приготовить, то они имеют лечебные свойства и даже могут помочь при онкологии. Однако врачи категорически с этим не согласны и не советуют употреблять в пищу ядовитые грибы. Ведь их целебные качества не доказаны, а вот то, что они могут навредить здоровью, знают все. Уже не первый год жители Менделеева 32 жалуются на отсутствие тепла в доме. Из-за холода и сырости в квартирах начала появляться плесень. Жильцы не раз жаловались в управляющую компанию. По словам людей, реагируют они недостаточно эффективно. Батареи остаются чуть теплыми, в квартирах из углов дует, отходят обои. Люди по несколько раз в год делают ремонт. С претензиями нижнекамцы обратились в управляющую компанию. Чем закончилась эта история, расскажем в вечернем выпуске. За окном пасмурно с прояснениями, 16 градусов тепла. На этом пока все. Через пару часов мы вновь вернемся и расскажем вам о последних событиях, которые произошли в городе. Напоминаю, связаться с нашей редакцией можно по телефону 400770 или пишите нам на сайт ntrdefis24.ru. До скорой встречи!